Человек живет так. Вот у него есть что-то дискомфортное, что он должен сделать, а потом он себе за это даст конфету. Он сериал посмотрит, еще что-то такое. Вознаграждение за тяжелые, мучительные труды, принуждение себя к деятельности. Это очень детская позиция. Все, кто так живут, это еще не взрослые люди. Это у ребенка мы должны покупать определенного вида поведения, конфеты и потом еще чем-то. Взрослый что-то делает, потому что он считает это для себя внутренне важным. И когда вы считаете для себя важным то, что вы делаете, возможно, даже не то, что там конкретно будет результат, а что это для вас будет. И тогда как бы сама деятельность есть поощрение.